Всем привет, друзья! Сейчас опять будем кольцевать щеглят. Первые скоро вылетят из гнезда. Это первая кладка. Их кормит канарейка. Вторая кладка осталась у щеглов. Самка щегла отлично высидела. Теперь она их кормит. Птенцам сейчас 5 дней. Я решил ничего не менять и кольцевать буду такими же кольцами. Зеленые, пластиковые, инициалы МВ и номер. Дальше идет, это кольцо 14-го, 14 номер, 13, 12 и 15. Сейчас буду доставать птенчиков. Очень боюсь, что самка может бросить гнездо, поэтому я буду брать 2 птенчика. Окольцую и потом верну, возьму других 2. Она не будет видеть пустого гнезда. Сейчас я положу им корм. Сейчас еще тоже корм положу. Пускай займутся родители кормом, а я возьму птенцов. Птенчики нафаршированные, растут хорошо. Взял гнездышко, чтобы класть их. По-моему, еще рановато, но посмотрим. Если выпадут, то завтра опять одену. Просто завтра я на работе буду. Вечером приду, уже будет темно. Птиц не увижу. Могу пропустить момент кольцевания. Очень неудобно. Очень маленькие. Ох-ох-ох, неудобно. Сейчас возьму другого. Так, один получился. Лапки довольно подросли, уже тяжело проходят. Сейчас вечер, воскресенье. За ночь птенчики подрастут, и на утро, возможно, уже невозможно будет снять колечко. Ну, конечно, можно будет снять, они еще маленькие. Все, следующих берем.
Еще важно положить птенчиков так, чтобы лапки были вниз, чтобы самка не сильно видела. Блин, у этого совсем маленькая лапка, он чуть позже к вечеру вылупился. Ну посмотрим, может и не слетит. Есть у меня кольца 2,9, но они годовые, красные. В прошлом году красный был. Красный цвет. Я вот думаю, может, ими стоило бы кольцевать. Хоть цвет не подходит и год, но размер правильный. 2,9 больше подходит для щеглов. И те металлические кольца, алюминиевые. Что-то не получается. Щегол там поет вовсю. Но сейчас у меня многие щеглы поют. Самцам линька не мешает. Тут вроде маленькая лапка, а колечко уже еле одевается. Я думаю, лучше сегодня пробовать одеть. Все, два готовы. Возвращаем в гнездо и сейчас буду наблюдать за мамашкой.